Продолжают цикл видео про спортивное питание. Спортивное питание именно от производителя SIS. Аббревиатура это расшифровывается Science in Sport. Наука в спорте. Ну, можно видеть на бутылочках везде, оно так и расшифровывается. Сверху написано Science in Sport. В общем, собираюсь питаться во время состязаний, забегов по-научному. В первом фильме я рассказал про посылку, которую я получил от этого производителя. За свои деньги, конечно. Получена очередная посылка. Посылка очень интересная. Относится она к спортивному питанию. Во втором фильме более подробно про наборы для марафона, полумарафона и пробный набор с двумя гелями. В этом фильме попытаюсь рассказать кратенько про солевые таблетки, про изотоник, крем от натирания, ну и как бонус про бутылочку, которую я тоже выписал именно для изотоника. Итак, поехали. Вещь первая для сегодняшнего видео. Это солевые таблетки PFH, Precious Fuel and Hydration, насколько я понимаю английский. Солевые таблетки эти одна из тех вещей, ради которых вообще затевалась вся моя вот эта вот посылка. Потому что обойдя многие магазины у нас в моем родном городе, я ничего подобного не нашел. Есть много всяких протеинов, еще чего-то для качков. Для нас, бегунов, как-то все тихо. Таблетки эти солевые идеально дополнят план питания и помогут отодвинуть наступление судорог. Удобная форма в водонепроницаемой блистерной упаковке. В жаркий период для предотвращения деградации могут быть использованы вместе с изотоником, который я тоже купил. Но не более 3 таблеток в час и 10 таблеток в день. Таблетки эти с нейтральным вкусом, которые просто запивают водой и двигаются дальше без судорог. С таким явлением, как судороги или чем-то похожим на них, я уже столкнулся на одной из быстрых тренировок, достаточно быстрых для меня, на 32 километра, и было очень тяжело продолжать движение. Посмотрим, что будет с применением этих таблеток. Каждая капсула содержит 250 миллиграмм натрия, что делает их сильнее большинства электролитных капсул на рынке. Также содержит 125 миллиграмм калия. Какие их основные особенности? Улучшают усвоение воды, легко усваиваются, протестированы ВАДА. Ну, значит, никто меня в допинге, я так понимаю, не обвинит. Производство Великобритания. Употреблять 1-3 капсулы на каждые 500 мл воды во время физических нагрузок, которые длятся более 90 минут. Состав. Ну, тут очень и очень для меня сложно. Попробую перечислить. Там на английском языке написано 3 sodium citrate, sodium хлорид, potassium хлорид, 3 Potassium citrate. Очень сложно. Плюс такие же сложные слова в оболочке, из чего она состоит. Заплатил я конкретно за эти таблетки 578 гривен или 14,9 долларов. Вообще, на самом деле,
на 5% меньше, так как я оформил временную какую-то подписку на продукцию СИС. Вещь следующая. Изотоник СИС ГО Гидро Таблет. Ну, судя из названия, понятно, что в таблетках. Заплатил 420 гривен или 10,8 доллара. Создан этот изотоник для эффективной гидрации, чтобы помочь достичь лучших результатов. Практичен в использовании, представляет собой шипучую таблетку, которая быстро растворяется в простой воде. Этот низкокалорийный изотоник содержит жизненно важные электролиты, включая натрий 0,86 грамма, калий, магний, а также витамины B1, B2 и B6. Как утверждает производитель, этот изотоник возмещает потерю электролитов, которые уходят с потом. Иначе происходит обезвоживание, которое является причиной усталости, что ведет к повышению температуры, учащению сердцебиения и становится тяжело переносить нагрузку. Кроме того, изотоник не позволяет потерять свыше 2% от массы тела. И хотя этот изотоник практически без сахара и содержит большое количество натрия, пить его вполне себе приятно. Есть разные вкусы. Ягодный, грейпфрут. У меня представлен именно, вот написано на красной полоске, грейпфрут. Использование. Продается в упаковке из 20 таблеток или порций. Растворить одну таблетку в 500 мл воды можно употреблять на протяжении 24 часов после приготовления. Использовать 500 мл за 3-4 часа до соревнований и 250-500 мл за час до старта. Не рекомендуется более 4 таблеток в день. Именно этот изотоник СИС Гидро в таблетках содержит 300 мг электролитов и почти не включает углеводы. И как пишут на сайте производителя, что лучше его использовать при тренировке и во время физической активности до 90 минут, когда не требуется пополнение энергии. Если более 90 минут, то рекомендуется к использованию SIS GO электролит, который содержит 36 грамм углеводов. Но смотрел я эту упаковочку, и она стоит 1792 гривны или 46 долларов. Ну, это я считаю дороговато. Я решил начать с такого электролита. Состав его. Лимонная кислота, электролиты 37%, сорбит, краситель из красной свеклы, натуральный ароматизатор, порошок лимоницина, подсластитель, витамины. Если по граммам, по цифрам, одна порция содержит 8,8 килокалорий, 0,8 грамм углеводов, 0,1 грамм сахара, 0,3 грамма натрия. По витаминам B1 0,2 мг, B2 0,3 мг, B6 0,4 мг. Специально для пользования электролитами и другими там напитками приобрел там же флягу SIS Elite Running Battle на 400 мл. Такая вот фирменная сисовская фляга. Разработана, чтобы ее удобно и легко было носить во время бега. Имеет узкое горлышко, что позволяет комфортно употреблять жидкость во время движения. Как пишет производитель на сайте, пользуются такими бутылками как профи, так и любители. Я любитель, но пусть профи мне завидуют. Особенности. Материал пищевой пластик. Объем, как я уже сказал, 400 мл.
совместима с большинством стандартных флягодержателей. Экологически безопасно, легко мыть, герметический клапан, удобная эргономичная форма, современный фирменный дизайн. Можно мыть в посудомоечной машине. Заплатил я за это удовольствие 198 гривен или 5,1 доллара. Ну, достаточно дорого. С того же AliExpress я выписал прекрасную флягу для бега из Китая всего лишь там за 70 гривен. Ну и такая фляга имеет место быть. Ее я буду использовать именно для электролитов, вероятнее всего. Ну и как некоторый бонус купил я себе вот такой крем от натираний. Как-то произносится, не знаю как. Вот надпись, читайте сами. Стоит он всего лишь 35 гривен. Или 0,9 долларов. Во время интенсивных и длительных занятий кожа раздражается, что приводит к натиранию. Актуально для бегунов на длинные дистанции и трейл-раннеров. Этот крем создан для предотвращения этой проблемы, то есть проблемы натирания. Он образует защитный слой, смягчает кожу и успокаивает раздраженные места. Использование перед тренировкой или соревнованием. Нанести на кожу в тех местах, где есть наибольший контакт с одеждой и где наибольшая вероятность раздражения. Это все индивидуально. Это стопы, ноги, грудь, ягодицы, подмышки. Особенности. Не оставляет жирного и липкого слоя, легко смывается водой с мылом, не оставляет пятен на одежде, не содержит никаких раздражающих веществ. Объем 9 мл рассчитан на одно использование. В общем, вот таким вот небольшим набором, небольшим видео заканчиваю цикл про посылку от СИС. Завтра попробую первое испытание. Сначала выпью 500 мл перед длительной тренировкой на 32 км и буду в темпе марафона бежать. Вот такой вот изотоник. Потом беру с собой два вот таких вот пробных геля. Ну, они настоящие, просто набор называется как пробный. Буду использовать во время дистанции. И возьму с собой одну солевую таблетку, чтобы предотвратить всяческие судороги. Накупил кучу питания, спортивного питания, СИС. Один из вариантов. Сегодня пробный набор буду испытывать. Один гель изотоник и один гель кофеиновый. Уже утром выпил первый раз в жизни в своей спортивной напиток изотоник 0,5 литра. В общем, бегаем по науке. Марафон пробежал за час 58. Пульс уже 158. Съел на 19 километре первый мой гель изотоник. После 20 километра солевую таблетку запил водой. Бегу 27 километр, на 26 пока перебегал, выпил гель с кофеином, после 26 воду. Пульс 163, темп 5.36 средний. В общем, надеюсь, что питание это реально соответствует тем характеристикам, которые заявлены у производителя, что оно поможет действительно, если не улучшить результат, то хотя бы избавить меня от негативных некоторых последствий, такие как судороги, там, закисление мышц, ну не знаю, что он мне, в общем, поможет во время марафона и других моих соревнований. Кому интересно, смотрите, подписывайтесь. Может, кто-то посоветует другой производитель, еще какие-то таблетки, еще какие-то там гели интересные, которые уже сами люди пробовали. Ставьте лайки, дизлайки. Всем бег, до встречи в сети.